Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 830. Между какими соседними числами натурального ряда находится дробь? 5,32. Ну, поскольку любое натуральное число можно представить в виде десятичной дроби, если после этого числа поставить запятую, а затем мы можем записать сколько угодно нулей после запятой, при этом значение числа не изменится. А такое число мы можем сравнивать с числом 5,32. Ну и вот, 5,32, ближайшее число – это 5. Это число больше, чем 5. И справа – это число 6. Ну, потому что оно содержит большее число единиц. А число 5 меньше, потому что оно содержит 0 десятков и 0 сотен. Второе. Число 24,1. 24,1 больше натурального числа 24 и меньше натурального числа 25. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.